Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ой, блядь, это такая уебашка. Ой, что? Гуляем, летаем. Ой, как холодно. Да нет, что ты гонишь-то? На Московском. Около Колумба. Давай не так быстро, пожалуйста. Мне холодно. Мужик с мужиком сосались, блядь. Ору просто. Ой, этот мальчик, который из другого города. Помнишь, когда мы у тебя тоже... Мороз. Нет, Кулыгин. На который с мороз. Домой езжать. Да мы это, около дома. Фу, я устала так идти. Что, почти здесь или нет? Опять такая не утопила. Да, блядь, что-то я забываю все. Че? Покажи, что? Или ты не мне покажи? Анжела мне покажи. А ты откуда Анжелу знаешь? Ты кто, Блэк Стар? Ну, покажи. Блэк Стар какой-то, Тимати, типа. А что-то знакомое я... 104? Хачик, блядь, это... привет! Я думала, что знакомый Блэк Стар. Привет, друг! Блин, ну что сразу... Хачик, иди отсюда, ты про нас забыла, эти жопы даже не здороваешься. Хачик, нас джентльмен зовет Калик, пойдешь с нами? И тебя сказал да позвать. Да какой он про нас уже забыл, все, не нужен нам такой друг. Когда? На следующих выходных или пятницу? Нет, пятницу не могу. Ну, короче, на следующих выходных. В субботу. Ой, 20%? Ну, похуй. Не, будет нормально. А чё молчишь, Хачик-то? Виноват. Правда, глаза колет. Привет, здорово. Правда, глаза колет, да? Вот-вот. Ты кто? А ты кто? Ой. Да урони, блин, я тебе потом сама уроню. Ну, можно так. Я кука. Ну, блядь. А это, мы на Московском. Ну, можно так. Так, пошли. Я ему сказала. Да. Я, нифига короче. Нифига себе. Я ему сказала, типа, у тебя девка, типа, и может, типа, ты не пойдешь. Не девка, а девушка, дура. Там потом сидит. А что такое? Ну, короче, мы в пальтишко. Блядь, что за алкашки? Мы в пальтишке. Пойдем, потом я сюда выведу. Потому что я город не знаю свой. Пошли нахуй сразу, блядь, в Екатеринбург вот так попрямую. Да, давай там как раз. Ой. Нет, давай. Нету шапки. Нижневартовск? Нет. Ты поняла. А это? А кто что делает? Да какой, на улице плюс один. Да пойдем вот так, пройдемся. Светлее, там темно, блядь. А это, кто что делает? Ой-ой-ой. Че, пойдем кофе попьем на людей, посмотрим себя. Я в жопе мира. А это где? Кто сказал? Не знаю, какой-то кука 72, значит из Тюмени. Ты такая умная. Да. Пиздец. А Хачик тут? Таркасале. А что это 72 ржу, типа, написан? Или это просто... Хачик, да, друг здесь. Ну все, друг. Когда? А чё, у него мобила, что ли, посинялась? Ну, видимо... Ставьте лайки. С центром. А, тебя как зовут-то? Следующую субботу, привет, Зуля. Ну, на самом деле, я Яна, если чё. Я готов. Все, он готов идти, все, братан, мы идем. Смотри, не соскочи. Смотри, это, да, не это, как говорится. Следующее, он же понял, да? Яна, привет. Привет. Кука, 72. Ставьте лайки в перископе вот здесь. Яна, ты это, брат, с братом встретила? Да, ой, спасибо, зайки. Анжел, я уже устала ходить. Что хочешь рассказать? Хачик, рассказывай, что делаешь? Ты же на мысу живешь? Первый раз, блин, посмотрел.
А я, блин, смотрю, какой-то Black Star подписался. А я думаю, что знакомый, блин, помнишь, когда ты один раз заходил, такой приятный хватит? Ну, это с другой странички он вроде заходил. Не, вот тоже такое название было. Тимати. Мыс Мрак. Салатик. Может, салютик ты хотел сказать? Катя, качаешь? Катя! Я сказала? Это я сказала. Катчик, блядь. Ахаха, малютки. Да, мы малютки. Это кто сказал? Не знаю. Блин, мне кажется, либо сейчас... Надо идти домой. Нет. Все, во флот. Давай не пойдем еще, пожалуйста. Анжела, ну холодно. Да не холодно, блядь, заткнись, пальто для родителей, чтобы твое пальто спрятали, и будешь ходить в парк. Ой, Black Star пригласил кого-то. Давай, пусть зрители посмотрят. О, нас. Так у него что, зрители? А, подписчики? Сейчас посмотрим. У него 16 подписчиков. Вау, подожди, да я это. На, в карман сидишь? Не. В этом мире. Хотя кто-то... Ну, может, они меня посмотрят. Давай сейчас перейдем и домой. Я случайно нажал поделиться. Не мой перископ, а чей перископ? Снимайте. Ого, ничего ты смешная. Да, ты что думала? Ты такие шутки берешь? Братом. А, понятно. О, пошли в Андрей. Куда? В Андрей. А что ты там? Сука, ты тупая, у вас нет Андрея. Так вот Андрей, но я не знаю, что такое Андрей. Блядь, секс-шоп. А, нет, я не знала. Так что вы мне лайки не ставите? Магазин Фантазия, не секс-шоп, понятно? Ой, блядь, нахуй. Это говно какое-то. Нет, дура. Ты тупая, блядь, это грязь. Я, блядь, не ебанутая. Иди нахуй, ты сама говно, блядь. Да я знаю. Ну, блин, давай еще мы туда пройдем. Да давай еще пойдем на ДСУ, на Хардеру. Так, на ДСУ, на ту сторону идем? Ну нет, он же, у меня ноги болят. Пойду. Эти грязные танцы. О! Грязные. Ой! Танцует. Ой. Она танцует одна, ни у кого нет шансов. Зато есть меня, меня, зато есть. Хоп, хоп, хоп! Хоп-хоп! А ты что, дневника? О, дневник хотя смотришь? Он смотрит, да. Да, друг. Эти грязные танцы. Нам не звезда. Эти грязные танцы. А мы, короче, Хачик, будем еще вечером снимать трансляцию. Да и будешь нас смотреть? Иди домой, певица. Иду домой. Кто говорит? Не знаю, Ксения какая-то. Какая? Хуй знает. Ну, возможно. Да, давай невозможно, смотри. Но... Ой. Алло. Ты такая. Я не думала, что это у нее. Ну да, утёлок, да? Да, я ему им говорила. Ну что, где подписчики от Хачика? Да вон какие-то. Посыпались, да? Ну да, так-то заходят люди. Да? Угу. Так они, наверное, просто все. Что-то зрителей меньше и все меньше. Да, да, да. Ну да, ты что распространилась? Они такие, да, ну... Да мы потому что непопулярные. Да это Хачик нас глазил, блин. Первый раз зашел. Такие брови черные, пипец. Ну, что он желал, я не поняла. Я тоже не поняла. Слышь, ты что там? Катя набрала твой номер, только он язык. Вам не жарко? Нет, нам вообще. Что особенно-то? Блин? Зачем язык показывать? А что Анжела? Что она не так сделала? Ой, ты потише можешь? Ой. Ну что, блядь, загасился? Что Анжела-то? Я не поняла. Игнор. Все понятно, да? Эти грязные танцы. А нет, нет. Она мне... О, пошли там на качельке сядем, покачаемся во дворе. Пожалуйста. Ты тупая, что ли? Ну, пожалуйста. Ой, давай. Ой, спасибо. Ару. Чё, блядь? А чё вы лайки-то не ставите? И чё вы все молчите? Эти грязные танцы, она мне звезда. Один лайк поставили? Классно. Круто.
Как, блин, Олег, давайте поговорим о жизни. Господи. Первое, это что ты сказал? Сосиски? Сосались два коня. Как там дальше-то? Ну, я знаю.